Ой, what the fuck? Тут можно теперь выбирать, прикиньте. А, в натуре. Там в углу можно выбирать, за какую-то будешь играть, рандомная модель или кто-нибудь там еще. Че, пацаны, спрятались? Нет, а раунд уже стартит. Не надо. Раунд не надо. И че вы замолчали? Где вы спрятались? Я цветочный горшочек. Горошочек. Чувак, не убивай, не убивай, пожалуйста, чувак, не убивай. Сука, уйди! Ты думаешь, он тебя слышит? Мне тут опять немцы поют. Я слышу радио. У тебя сэра пара пули, что там хрен поймешь. Ах, Самара городок вот это. Ах, Самара городок. Винтуш. Что-то про винтуш говорят. А беспокойная я, а успокой ты меня. А мы на все на свете. Кроме шила и гвоздя. Шила, сука, стой! Хван тут там бегает за кем-то. Бутылочка, ах ты, да? Говна кусок. Ты с бутылкой бежал. Я догнать ее не могу, паскуда. Потерял? Чего? Потерял бутылку? Или ты зарезал? Я зарезал ее. Убежать она от меня хотела. Цветок тут порезал. Антанамунда. Мехакер! Мехакер, ты чё, блин, грёбаный цветок? Я не те кнопки жму. Ты его дымом или дикоем убил? Дымом. И тем, и другим. Ой, я прикольная штучка какая. Не, ямечки с цеменом, нах не катит, пацаны. Я был в таком охуенном месте, я проебался. Да, бывает. Ну теперь я в еще более охуенном месте. Саня, чё супер дикой делает? Ты когда двигаешься, несколько секунд невидимый. И еще оставляешь свою копию. Вау. Вообще меня никто не видит. Меня тоже никто не видит. Меня что-то скучно, прям все тут бегают, что-то суетятся, ищут кого-то. Меня в упор не видят. Охрененно. Ты случайно не в коричневом цветке? Нет, Ну, горшок коричневый, там трава из него зеленая. Навес, короче, там такой есть деревянный. Да, я вижу. Под ним, а пока бегаешь горшка. С электрошокером, тебе горшок, видят? Горшок, который рядом со зданием. Вот видят. Тебе видят, хоть как. Я уже понял. Он уже с электрошокера, с тайзером голову в глаз получил, паскуда. Черт, тут дикой прям надо мной это захуярили. Нихрена тут это... Тут сатанистская пентаграмма теперь дикой такой. Я ж тебе говорил. Серьезно? А че, а как мне... Я просто дождусь конца. Почему-то мне не дают алтимейт. Должны дать. Я хочу посмотреть на вашу пентаграмму. Я прямо под чуваками, они ждут уже, пока придут эти алтимейты. Ой-ой-ой, гранату кинули. Тихо-тихо. О, это дикой, они переспавнили. На навесе они стоят, я не знаю, где он находится. А, на навесе. О, черт! Фух, мимо. 5 секунд. Я навес, какой навес, Миша? Ебать! Что это? Нихера, это что было? Ракета, вы вот так. О, мы выиграли. Я красивый. Я красивый. А я змея. Я веревочная змея. Вот там фак. А, ты что, трубочка с веревочкой? Трубочка с веревочкой. Нет, я просто веревочка без трубочки. Свернутая в кутечку. Кучечку. В какашечку. Ваше время пришло, господа, и пусть удача будет на вашей стороне. Ты чё, охренел, ты за это что ли играешь? Я за человека, вот ты чё. За человека, да. Вот ты, блин, опять у нас тут чужой. А я прям вообще красиво встал. Оп, ты чё? Они пентаграмм тут понаставили везде. Хрен кто пойдет к нам. Охренеть. Неподступная крепость. Ну, мы сейчас с одной стороны пройдет, потом сразу второй человек будет, другой. Этот ультимейт бежать. Ультимейт. Что ты, Хелдор, стреляешь? Нервничаешь, волнуешься? А, черт, Хелдор. Папа махнулся. Это ты там, да? Да я там. Убери-ка нахер пентаграмму. Я тебя обойду, я тебя обойду. Хелдор, у тебя пентаграммы сзади нету так-то. Сука, какого? Я обойду тебя, Хелдор. Давай, зажимайте. Хана тебе. О, какого хрена? Террористы выиграли, понял? Террористы выиграли. Я стал бочкой, Рома? Нет, ребята, не катит, не рад. Я пошу, где вольер с шимпанзе? Мне прям к ним надо очень. Ты банан? Я банан. Я тоже банан. Батл. О, хорошее место. О, я буду батл. Блять, ну тут из ватер играть.
Пацаны, вы за кого? Нет, здесь Battle with Water слишком палено выглядит. И поэтому... Ты вообще здесь же нереально здесь играть. Вы чё сюда ко мне все в кусты пришли? Раунд старт. Баночкой побежал. Завалили меня. С ножиком. Быстро? Спортивные тут бегуны долбаны, шутеры обоссанные. Какого хрена вы здесь ошибаетесь, паскуда? Три человека аж возле меня. И чё такой беспаренный мехакер-то? Вообще, так никто тут не бегает, я зачем? Сейчас первый же человек и тебя спалят. Так я сразу дикой смог. Миха? Да? Миха, встречай гостей, к тебе там что-то туда бежит. Твою мать! О! Миха, тебе на два куска! Я невидимый, я невидимый. Миха, ты на две части развалился. Я невидимый, твою мать. Ты на две части развалился, да, ты понимаешь? Не очень хорошее место. А ты куда перебазировался? Ну, у меня еще смок остался. Ультимейт, ультимейт, пожалуйста, ультимейт. Привет. О, призрак. Это кто это? Ты, Хелдор? Это я побежал. Хелдор, ты же призрак? Да. Хелдор, я с тобой, короче. Хелдор, куда ты бежал? А, вот ты мне. Хелдор, пошли вместе. Нормально. Нам не пришлось ничего делать. Его баночка еще прыгает. Эй, я в грузовик превратился. Что? А теперь я баночка. О, я, короче, надувной шарик. Нет, ну... Тут кто-то за колесо играет. Повезло, а тут же менять можно все равно. Я спрятался очень палевно, но похер. Помещение. Ой-ой-ой. Он не спалил меня. Он не спалил меня. Это было очень палевно. Это было так палевно, что просто звездец. Так, пожалуй, я дикой оставлю, а сам сюда перемещусь. Упс, пацаны, мне не сюда. Мне не к вам. Я сам по себе. Че там за... Гюра, там машина поехала. Это я говорю, это я машина. Жесть. Да. Пикап такой здоровый гоняет. Мне придется того попёр. Беспалевно, 10 тысяч, блин. Нормально, че? Главное только не попасться на глаза. Все, припаркую здесь. Нормально, это палево. Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу, ёпти. Херач в львятник, там самое место. О-о-о, тихо-тихо. Я побежал. Они не заметили тебя? Я убежал. Он бежит за мной. Сука, как ты посмел убить меня? Мне ж плевать на, короче, парковку. Ну ладно. Почему нельзя в воду прыгнуть? Утонуть там, да? Как ты понял? Все, я ультимейт, я пошел на охоту. Миха, отомсти за нас с Хелдором. Где они тут? А, понятно. Это мой был чувак. А где они? Давай, Миха, вали, я не знаю, они спрятались. О, террористы выиграли. Я так никого не нашел. Ебать, я лестница. Я какой-то ящик с пометкой Таравер. Это что вообще? Хиги? Это как? Бокс Кен. Что за Кен? О, це что за Кен? Это у нас бутылка. Банка. И где ей можно спрятаться? Ну я знаю... Между ног у врага. Что? Ой! Ой! Раунд старт. Ты выпендривался. Да выдолбывался. Самая... Печалька. А карта вообще классная, слушайте. Самое беспалевное — это вагоном спрятаться. Да. Вагоном играть можно? Да. Ты вагоном играешь? Нет. Тут можно. Ну я вагоном спрятался, как я тогда машиной, помните, спрятался? Я хорошее место нашел. Чё, ты за кого играешь? Я за лестницу. Я прям желтый на фоне желтого спрятался. Ты стремянка? Или такая? Нет, такая лестница вертикальная. А где ты есть? Погоди, это походу тоже чувак спрятался пропом. Тут около вагонов такая желтая хуибельна стоит. Я не знаю, что это такое. Желтая какая-то хрень, конструкция железная. А, вот. Ай, вот, серьезно. И лестница. О, я вижу. Нифига себе, Миха, ты беспалевно с 3000. Так я тебе даже больше скажу, смотри. Оп. Что?
Я внутри этой хуйни. В смысле? Теперь ты зря это сделал. Тебя видно. Теперь тебя видно. А теперь? Ой. Видно. Лол. А это тоже был чувак. Я его убил. Я его убил? Нет. Нет. Ты невидим убегаешь? Нет, я стою тут. Да мне, ты прятался, это тоже была конструкция. Я уже понял. Ты убежал? Я обратно теперь бегу. Я тут встану нахуй. Тут это тут палевно. Нормально, нормально. О, я вижу его. Мимо пробегать. Все, я теперь тоже отсюда. Побежали, чувак, побежали. Он вон, он на точке А. Я не знаю, где тут чувак. Первый раз на этой карте. Ни хрена тут вокзалов так там много. Че там, жопа вообще? Да все, вы выиграли. Мы одержали победу. Окей, я так и не помню, где точка А. Ой, он пентаграммку бросил. Опа! Нет, я не буду играть. О-о-о! Че, за кого вы? Хелдор. Хелдор, понятно, за кого играет. Не-не-не-не-не-не-не-не, я не буду, шлагбаум. Блин, только не за стул, вы за кого? Не скажу. О, пацаны, я за пижона играю, слышите? Что? Миха, ты знаешь, такой пижон? Нет. Это голубь обоссанный. А, пиджон. Да, пижон. О, нет, я просто на высоте. Или несколько секунд. Не, я не буду быстро играть. Время пришло. Не-не-не-не-не, пацаны, не-не-не-не-не. А, да-да-да-да. Тут же это Unreal полный, ну вы Миха, же понимаете. Это ты? И нет. Миха, ты коробка? Нет. Ладно, вот это ты за мусор? А, понятно. Это ты? За мусора. А ты как думаешь? Иди какой отсюда. Кто-то захочет тебя изнасиловать, конечно же. Кто-то улетает, кто-то табличка какой-то летает. Уйди, они идут сюда, они идут сюда. Иди, уйди, уйди. Сука, иди от них! Отстань от меня! Меня хочет просто засиловать! Кто-то там жестко, табличка летает вдалеке. Отстань от меня, нет! Короче, Хелдор, я пачка денег. Эй! Нет! Помоги мне! Он за меня мусор бегает, хочет изнасиловать! Мусор хочет тебя изнасиловать? Это мент? Ой, вон там чувак! Чувак, помоги! Ух, хера, на меня тут целая армия вышла. Идите сюда! Без палева! Они не заметили! Сука, я сейчас тебя поймаю! Просто без палева! О, ты сам ко мне пришел! Давайте, больше дикоев, нужно больше дикоев. Эй, я невидимый, я супер дикой, я дурак. Уйди. Мусор, Хелдор, я видел. Опа. Тебя с квантумом. Ну-ка. Миха? Хелдор, прямо, Хелдор. Давай, выбирай, какую шкатулку открываешь. Нет, у меня только сагатый. Приз или деньги? Слышишь меня, мусор? Нихрена себе, ты охренел? Меха, зажимаем его, изнасиловать. Давай, Хелдор, пятая шкатулочка появилась. Ай, все, я ухожу. Дай от меня. Эй, у меня дикое начинает исчезать. О, я ультимейт. Хелдор, можно тебя отхуячить? Нет. Ну, чуть-чуть. Нет. Немножко, совсем немножко. Не так, для карьерного роста. Ой, Саня, уйди! У меня проблемы! А, меня убили! О. Охренеть, как так? Я одного захерачил, ладно. О, я за объект. Правда, за непонятный объект, но ладно. Я, конечно, неплохой объект, но... Вот, лол! Это просто беспалевно! Я шпалы! Ты шпалы? Я шпала! А я кусок О, тут этот... Я кусок Это я, это я! Серьезно, я шпала! Квантум, это я. Я думал, ты сейчас меня сейчас оскорблять. Ты меня не будешь оскорблять? Оскорблять. Ты теперь кустик? Я маленький, добрый, культурный кустик. Вот, да, встань туда между этой хуйней. Не надо сюда, квантум. А тут спалят сразу. Не-не-не, нормально. Изи, просто изи это место. Я не знаю, как ему нужно быть. Мне, короче, за противоугон играет. Противоугон? Вообще отличное место. Ну, ты палец стоишь очень... Ну, я не знаю, может, не спалят, но посмотрим. Ну, я буду наблюдать за тобой. Правда, не тебя плохо видно, но... А что там написано на... Блин.
Где? А, на птиц не какать? Что? Что, блядь? На птиц не какать. Это где? Вот, короче, рядом с тобой там металлическое, короче, такая вот стоит, как бы сказать, строение, прямо сзади тебя, такая рама, и на ней такое вот предупреждение табличкой, там что-то, да? На птиц не наступать, на птиц не наступать! На птиц не какать. Не наступать на птиц? Как на них наступить можно? Бежит, да-да-да, с ножом, к тебе подошел. Ой, падла! О, это было близко. Сука, он меня заметил, я его убил дикоем. Черт, надо быстренько встать на место. О, на место стал. Ништяк. Он пишет «фак». Я надеюсь, тут нет его друга. Надейся. Который передаст ему твои координаты. Да. Еще немножечко, мне будет ультимейт. О, меня только смолка спустила. О, пробежал, ни хрена, вилок, ракета пролетел просто. Да. Дать мне ультимейт, что ли? Чё-то скучно стоять. О, я ультимейт. Побежали к Манту. Выходи. О, стой, стой, жди меня. Выходи. Стей. Там тоже даже... Запоронено! Стей! Нет проходу. Или как там? Куда ты побежал, горбатый? Да я тоже... Мне уже ультимейт не дадут, наверное. О, подойди ко мне поближе, Миха. Ерман, ты стра... О! Я арестую. Поздно.